Внимание на высшем уровне. Владимир Путин с высокой вероятностью вновь посетит Нижний Новгород. Произойдет это в юбилейный для столицы Приволжье год. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства. В организованной агентством «Интерфакс» большой пресс-конференции Дмитрия Пескова приняли участие ведущие средства массовой информации центров всех федеральных округов. Приволжский федеральный округ представляли телекомпании «Волга», газеты «Нижегородские новости» и издание «Деловой квартал». Как подчеркнул Дмитрий Песков, президент достаточно часто бывает в Нижнем Новгороде, а юбилей города станет хорошим поводом для очередного приезда президента. Приглашаю вас и президента приехать в Нижний Новгород и посмотреть, как преобразится город менее чем через год в день 800-летия своего. Спасибо. Ну, президент, вы знаете, он достаточно часто, кстати, бывает в Нижнем. И я не сомневаюсь, что, конечно, и такой юбилей города станет хорошим поводом для очередного приезда президента. Будем надеяться, что к тому моменту мы уже вернемся в обычные условия жизни и работы. Напомню, в последний раз президент посещал Нижний Новгород в октябре прошлого года. Тогда он принимал участие в работе 8-го международного форума «России спортивная держава», что символично. Тогда же президент и посетил тематический павильон 800-летия, в котором Глеб Никитин презентовал главе государства концепцию развития Нижнего Новгорода к большому юбилею.